все-таки такую форму брюки носят. Но на вопрос, который я задал своему товарищу, он мне сказал, а так сидеть по-турецки удобно. На самом деле друзы говорят, что мессию, у них тоже будет мессия, мессию должен будет родить мужчина. Так вот, чтобы мальчик, когда родится, не упал, не разбился. Но они об этом не говорят. Это так вот мы уже из неофициальных источников узнали. Женщины русские религиозные, они тоже очень скромно одеваются. Всегда черного цвета платье, такое свободное, не спадающее. И белая косыночка на голове. На манер арабского хиджаба у женщин, но всегда белая. Вот если у арабского...